Поздравляем подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы будем отвечать на вопросы SaskFM. Я понимаю, что в видео надо вставлять музыку, я понимаю, что, типа, так оно воспринимается лучше, но, извините, у меня комп, с которым я монтирую, не может вставить музыку, а видео, где вы слышите музыку, с рендерина, вообще на чужом компе. Так что извините, 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 извините. И простите за видео. За это. И за все остальные. Ну и как бы... Что такого? Ну и давайте начнем. Как ты считаешь, с кем из селебрити ты мог бы подружиться? Я думаю, с Леди Гагой и Мэрилином Мэнсоном. Я выговорила Р. Представь, тебе нужно выбрать только один продукт, который ты будешь есть в течение года. Что это будет? А вот вы представьте, что вы в течение года лишены витаминов каких-то. Вы лишены каких-то витаминов, лишены каких-то минералов. У вас из-за этого начинает крошиться зубы, крошатся ногти, там выпадают волосы, не знаю, ломаются волосы. Какой продукт выбрать? Я выбираю бананы. Наверное, это все-таки бананы, потому что я уже пробовала выбрать капусту. Капуста это клетчатка и вода, и как бы на клетчатке и воде. Есть что-то, что тебя цепляет в девушках? Что это? В девушках меня цепляет юморочек и красота. Красота-красотенюшка. Красота-красотенюшка ума, конечно же. Вот. Потому что есть красивые девушки, но они такие стервы, что прям хочется им вмазать, и тогда они уже больше красивыми не будут. Что из своей одежды ты любишь носить больше всего? Все, что черное. Если я смогу влезть в свои старые штаны, я буду просто счастлива. А, кстати... Сколько раз ты дарил девушкам цветы? Ну, пару раз было, да. И один раз даже незнакомой девушке, просто потому что она была грустненькая, и я такая, ну, ладно, держи. Какой песни можешь себя описать? Разбежавшись, прыгну со скалы. Разбежавшись, прыгну со скалы. Ладно, я не буду мучить. Но это, по крайней мере, единственное, что сейчас приходит мне в голову. Какие у тебя сейчас топовые песни? Топовые песни, которые у меня сейчас есть, вы можете посмотреть в группе, потому что я решила периодически делать, скажем так, посты с песнями, которые я слушаю на данный день, на данный момент, вот. И вы можете послушать то, что я слушаю, и сказать: какой ужас, господи, у тебя совсем нет вкуса! Слушать то, что мы говорим. А я скажу: нет, я буду слушать только то, что я хочу. Что бы тебе хотелось изменить? Мне бы хотелось изменить то, что, ну, типа, блин, вы знаете эту, господи... Вкусовщину, не вкусовщину, про деньги, все. Это все, что мне хочется изменить. Мне хочется просто жить и не думать о том, что типа вот где достать деньги. И все. Все, это все, что мне надо, это все, что мне хочется. И тогда я буду посвящать времени больше Ютубу и каким-то крафтингам, и каким-то интервью, которые я хочу сделать, но не делаю почему-то. Почему? Ну, кто знает. Какое хобби можно назвать чисто мужским, как думаешь? На самом деле нет чисто мужского хобби. Да. Как и чисто женского. Я вообще не понимаю, как можно увлечение называть чисто мужским или чисто женским. Разве женщина не может взять гвоздь и вбить его в стену, допустим? Допустим. Я просто утрирую. Разве женщина не может взять болгарку там и... перерезать кусочки железа, их спаять и получить какую-нибудь скульптуру или полезный предмет быта. Разве мужчина не может вышивать крестиком? Разве мужчина не может краситься, там, красить других и прочее? Что это такое? Что за чисто женское, чисто мужское хобби, ребята? Ау!
В общем, да. Какая модель телефона тебе сейчас нравится? Честно говоря, я в этом не сильна, поэтому скажу, что никакая. Кроме LG. LG-шки мне всегда нравились. Какой фильм ты можешь пересматривать снова и снова? Знаете, я недавно посмотрела фильм «Укус». И я его могу пересматривать снова и снова, потому что он интересный оказался. Так, у меня вылетел Ask. Сейчас, 3 минуты. 3 минуты. Именно столько надо, чтобы загрузиться. Так. Вот, еще я могу пересматривать фильмы с Джимом Керри и фильмы, которые были написаны Тимом Бёртоном. Это просто... Вот. Какие приложения ты скачал на телефон, но не пользуешься ими? Знаете, почти все. Почти все вот на этом огрызке. Кстати, заходите на сайт Исилель. Именно так он и пишется, isilel.ru. Смотрите тени, которые я создаю, смотрите косметику, которую я продаю, конечно же, покупайте, поддерживая меня. Я кладу туда только натуральные ингредиенты и все, что вам надо, чтобы меня поддержать. Это всего лишь 350 рублей, если вы живете по Москве, и доставка бесплатно доставляю лично я. Или хотя бы 150 рублей, но желательно 350. Как бы, если вы хотите сделать кому-то подарок, это будет отличный подарок, не сомневайтесь. У тебя есть любимая игра? Любимой игры сейчас нет, хотя мне нравятся очень герои третьи. Вот. Ставь лайк, если тебе тоже нравятся герои 3. Ставь лайк, если тебе нравятся герои 3. И оставляй комментарий, если до сих пор в них играешь. Также оставляй комментарий с... твоей любимой игрой, потому что я сейчас хочу немножко разнообразить свой ассортимент, так сказать. И было бы очень здорово поиграть во что-нибудь... Несколько фактов о том, какой должна быть девушка, чтобы ты в нее влюбился. Девушка не должна... И мозг. Вот. Ну и еще она должна быть веселой. И вообще, почему меня это спрашивают? Эй! Влюбляешься как бы не в то, что есть. Влюбляешься не в то, что снаружи, влюбляешься в человека, в то, что внутри него. И недостатки становятся достоинствами, когда, как, короче, вот. Так что нет, не спрашивайте меня больше о таком, я вам не отвечу. Кто из блогеров лучше поет, Моргенштерн или Джарахов? Знаете, я помню песни Моргенштерна и Джарахова, и я бы сказала, что лучше поет, конечно же, Мэрилин Мэнсон. Вот, слушайте Мэрилина Мэнсона, смотрите Мэрилина Мэнсона. Мэрилин Мэнсон — это просто супер. Достаточно я его расхвалила, нет? Мэрилин Мэнсон — это просто бог музыки, в общем, да. Слушайте и смотрите Мэрилина Мэнсона. Мэрилин Мэнсон. One Love. Назови 3 самых топовых музыканта, на твой взгляд. Мэрилин Мэнсон, Леди Гага, Горшнев. Какая песня, по-твоему, из последних взорвала интернет? Я не знаю, какие песни взрывают интернет. Ребята, я в интернете сижу только для того, чтобы послушать страшные истории, помониторить свой магазин. Поговорить с вами, конечно же, да? И поиграть в игрули. И все. Что вечером будешь делать? Тени. Буду делать новые тени. Я думаю, вам они понравятся. Если вы хотя бы посмотрите на то, что я делаю. Пожалуйста. Господи, почему я постоянно это повторяю? Ну ладно, сам себя не прорекламируешь, никто тебя не прорекламирует. Какие каналы на Ютубе смотришь? Это я уже отвечала на этот вопрос. Поделись какой-нибудь цитатой. Ходить в гости, как заглядывать в душу. Ну и заглядывать в душу, как ходить в гости.
правда, когда ты ходишь в гости, ты видишь, какой бардак творится у человека, и ты понимаешь, насколько он надломлен в душе. Четыре предмета, которые всегда с тобой. Ручка, блокнотик, телефончик, наушники. Уложилась, смотрите-ка, здорово. Скинь пять любимых песен. Пять любимых песен я скину себе на стену ВКонтакте. Я Jet Li Cat. В описании, если вы захотите, там есть все ссылки на мои соцсети. Если вы захотите меня найти, вы не найдете. Также подписывайтесь на мой Ask. На мой Ask подписывайтесь. Я Эзелино, что означает братоубийца. Да. Вот. И задавайте мне вопросы, если вы хотите, чтобы они появились в видео, обязательно ставьте пометочку. Какая песня закрутилась у тебя в голове? И вот распускаются весенние почки, а совы уснули в столетнем дубочке. Я расставляю в конце стиха точки, а точки похожи на... Оставляйте в комментариях. Были ли у тебя отношения с противоположным полом, который намного старше тебя, и как долго это продолжалось? Так, это вопрос, да? И на этом мы, пожалуй, закончим и начнем снимать другое видео для того, чтобы, ну, не лениться, не лениться, ребяточки! Вам спасибо за просмотр, спасибо, что уделили мне свое время. Скажите, насколько ущербен мой макияж, что в него добавить, что из него убрать. В общем, да. Что бы вы сделали на моем месте с моим лицом, да, конечно же, я знаю, что будут хейтеры. Все то, что ты желаешь мне, потом получишь ты вдвойне. Вот. Всем, в общем, спасибо за просмотр, всем добра, хорошего настроения, с наступившим праздником всех девушек, женщин, особенно женщин, потому что они женщины, вот, и с будущим праздником мужчин. Всем пока!